Дорогая Эмилия, тебе только что исполнилось 18, и я хотела дать тебе пару советов из будущего. Эмилия Кларк читает письмо себе 18-летней. Тебя ждет путь, который не разделяет с тобой ни один из твоих нынешних друзей. Жизнь принесет им много радости и счастья. А тебе жизнь принесет сначала сложности, а потом радость и счастье. Иногда тебе будут говорить, что твоя мечта, которую ты грезила всю жизнь, несбыточна. Но запомни, что это не так. В этом году ты не поступила на театральное, но ты поступишь, ты сильная и ты справишься. Ходи на тусовки, отрывайся как следует. Не обязательно упиваться, как все остальные. Можно обойтись и просто колой. Серьезно? Моя юная Эмилия, я процитирую тебе песню про средство от солнца. Я знаю, что ты ее знаешь. Ты не такая толстая, как тебе кажется. Одни женщины выглядят так, а другие женщины выглядят иначе, совсем иначе. И поверь, людям нравится, как они выглядят. Потому что они похожи на женщин. Что касается отношений, отношения подразумевают массу новых ощущений. Тебе кажется, что человек тебя изучает, оценивает, смотрит на тебя так, что тебе становится неловко, будто тебя осуждает. Скорее всего, это не так. Скорее всего, он просто счастлив быть с тобой рядом. Тебе разобьют сердце. Тебе будет очень и очень больно. И эта боль будет казаться особенно сильной, потому что из-за нее ты усомнишься в себе. Ты раскроешь душу, обнажишь всю свою сущность, а человеку это не понравится. И тебе покажется, что ты ничего не стоишь. И это не так. И другие люди докажут, что ты достойна лучшего. У тебя в жизни есть по-настоящему близкие люди, которых ты искренне любишь. Обнимай их каждый день. И на прощание, малышка Эмилия. Малышка Эмилия, я скажу одно. На дворе осень, октябрь месяц, но зима близко. Используй средства от солнца. С любовью, Эмилия.